Ребята, всем привет! Многие из вас уже знают, что мы опять переехали. Мы вернулись к свой любимый Краби, потому что нам здесь очень комфортно. Мы себя здесь чувствуем как дома. Мы сняли прекрасный дом. Это, кстати, самый популярный вопрос, как снять жилье в Таиланде. Мы уже несколько раз в видео об этом говорили. Те, кто не знает, смотрите предыдущее видео, ищите про аренду, там все рассказываем. Если после просмотра этого видео у вас все равно останутся вопросы, пишите в комментариях, постараемся вам помочь. Вот. Сейчас покажу вам обзор дома, который мы нашли. Погнали. Так, ну что, мы сняли классный домик. Это наши пожитки, мы уже приехали. Тоже вот эту барышню пришлось с собой взять. Тут у нас, не знаю, наверное, будет что-то такое. Посидеть там, позаписывать звуки какие-нибудь беззвучные. Так, это у нас гостиная. Это у нас первая комната. Это у нас здесь, вот здесь выход в сад. Вот, это наш садик. Тут растут бананчики, если что. Дальше. Дальше у нас есть еще вот такая комната, вторая. Обеденная зона. Кухня. Здесь можно все готовить. Холодильник, плита, микроволновка, мойка. Это у нас ванная комната. Пожалуйста. Вот такая ванная комната. Достаточно неплохая. Ходит хвостик. Все, можно почилить. Побаклажанить. Здесь у нас будет PlayStation. Да? Да. Вот какие хитренькие. Мы вернулись в Краби, будем здесь жить, сняли дом надолго теперь, подписали в конце концов контракт, обычно мы просто снимали, как договаривались на словах, все работало, все отлично, а теперь вот мы... Все по-серьезному. Да, с документами. Так что, все покажем. Ну что, мы выбираем байк, пришли вот в Мистер Корт, мы всегда у них берем. На месяц выбираем себе байк. Байков много, но мы не хотим Honda Click, потому что неудобно. Я высоко сижу сзади, его шатает. В общем, хотел Витя вот этот взять. Не знаю, как он называется. Наверное, его забирают вперед. Вот сейчас время к 10 утра. Пригоняют байки. Байков было мало. Да, мы пришли полчаса назад, но вот ждем, потому что большой байк, самый большой мы не очень хотим брать. Возьмем что-то среднее. Но пока нет. Для надежности. Просто что вы знаете о безопасности в Таиланде? Вот парковка, байки, шлем. Окей, шлем, все хорошо. И ключи от байка. В самом байке. Неплохо, да? Обожаю эту страну. No bad. Спустя 4 дня мы вернули тот синий байк. И взяли вот новенький Honda Click. Потому что мы не смогли ездить на том байке. 1300 пробег. Неплохо, да? Новенький совсем. Ну, конечно, он стоит дороже. Тот стоил 3800 тысяч. Этот стоит 5500. Но мы уже готовы доплатить, потому что... Тот байк просто, он короткий, он неудобный в управлении и очень старый. Ты доволен? Я прокатился, узнаю. Ну, я думаю, должен быть доволен новый байк.